I won't just, I won't just, I won't just survive. I won't just. Oh, you will see me thrive. Can write my story. И торжественный момент, конечно же, это открывание. О, бассейн, бассейн. У меня вид из окна на бассейн. О боже, горы, как я не заметила эти горы. Океан. Как это открывается, господи. Ладно, полюбуюсь видом и так. Аллилуйя. Ей, камон, я смогла открыть. Теперь я наконец-то смогу показать вам полноценный вид с балкона. Я никогда в жизни вживую не видела океан. И, боже мой, смотрите! I must stay conscious through the madness and chaos. So I call on my angels. Итак, как же я попала в Рио, в Рио-де-Жанейро? Все началось с того, что я скачала себе на телефон с утра песню Кэти Перри, которая называется «Райз». Оказывается, что эта песня была написана в поддержку спортсменов на Олимпийских играх. Далее, этим же вечером я получаю сообщение. Есть возможность поехать на Олимпиаду в Рио. И что я подумала? Интересненько. Для тех, кто не знает, в Москве есть сеть торговых центров, которая называется Рио. И вот я подумала, что там проходит какая-то Олимпиада. А потом меня осенило. Я прогуглила, где проходит в этом году летняя Олимпиада, и она проходит в Рио-де-Жанейро. То есть сеть торговых центров тут вообще ни при чем. Я уже такая довольная, собралась, да-да-да, хорошо, поедем да, в торговый центр, не знаю зачем, правда. Оказывается, что меня приглашали в настоящий Рио. То есть вы вполне можете представить, в каком я была шоке, когда узнала, что это настоящий город, а не торговый центр. Итак, а теперь о самом главном. В Рио... Боже мой, мне даже приятно это произносить. В Рио-де-Жанейро я приехала с компанией Procter & Gamble с брендом Always. Procter & Gamble в этом году снова запустили компанию, которая называется «Спасибо, мама». Суть этой компании в том, что Procter & Gamble объединяет мам-спортсменов по всему миру и выражает им благодарность за то, что они воспитали хороших людей и выдающихся спортсменов. То есть, вы представляете, специально для мам и их спортсменов, для мам-спортсменов был создан семейный дом Procter & Gamble. То есть это дом вдали от дома, в котором спортсмены могут проводить время со своими мамами. Итак, сейчас мы находимся как раз-таки в этом самом доме Procter & Gamble. В этой комнате можно перекусить, отдохнуть. Замечательная комната. В этой комнате также можно перекусить, отдохнуть. Просто потрясающе. Тоже замечательная комната. Итак, представьте, вы спортсмен, вы едете в совершенно другую страну, вообще на другой континент на соревнования, совершенно одни, разве что только с другими спортсменами. И, как мне кажется, в этот самый момент не хватает поддержки самых близких людей. И тут компания Procter & Gamble просто берет и привозит вашу маму вот в такой вот семейный дом, где вы можете проводить с ней время. Основываясь на своем опыте, я помню, когда я занималась плаванием, я помню, что нас повезли на какие-то соревнования, мне было 9 лет, и мне было жутко, просто как-то одиноко. И не было такой возможности просто взять и притащить там, не знаю, мою маму на соревнования. То есть поехали со мной, давай. А благодаря такому семейному дому спортсмены обязательно получат свою дозу поддержки от мамы. Вот, а теперь к вам вопрос. Каким видом спорта вы занимаетесь? И насколько вам нужна вот эта вот поддержка близких и родных для вас людей? Лично я чем только не занималась в своей жизни. Какими видами спорта? То есть там и... А не скажу, скажу в следующем видео. Кстати, сейчас в Рио зима. Классная зима, все зелененькое. Ну чё, поздравляйте меня, я пропустила концерт Си в Москве благополучно. Но сегодня выступали музыканты, которые записали с ней ремикс на песню Unstoppable. Обязательно оставайтесь на связи.